приобрел на днях вот такую видеокарту. Ну как на днях? Недели две, не до Нового года еще. Да, до Нового года я приобретал ее. Ставил я, значит, компьютер, а на Linux. Были некоторые проблемы, но сейчас я их покажу, как они решаются. Ну, как видите, GeForce RTX 1030. Кстати, и обработка видео стала лучше, ну и, соответственно, играть стало лучше. Майнкрафт здесь играет. Вот такая красота. Стоит она, конечно. Для меня это заоблачно. 6300. Но решил побаловать себя, детей. И подарить. Ну вот. Купил, значит, такую карту. Ставил. Систему переустановил. Ну, мне пришлось установить систему не только из-за этого. И у меня стали возникать глюки. Обрабатываю видео. Видео, когда обрабатывает, то зависает. Еще что-нибудь. Ну, я поделился. Ну, что за набрал? Драйвера. У меня, кстати, Linux. Linux стоит 19. Менеджер драйверу. Сейчас он найдет. Ну, так он. Я обычно не балуюсь рабочим столом, но вот тут стояла галочка «Свободный». Вот я где курсором вожу, соответственно, вот этот «Свободный», он какой-то очень глючный. Сколько раз я мучился. Потом решил, посмотрю-ка я в драйверах. О, точно. Поставил рекомендованный. Прекрасно работает. Все летает, все замечательно. Игры идут. Видео обрабатывается. Кстати, у меня еще здесь вот этот жесткий диск и вот этот. Эти два, это I128, они SSD твердотельные. Тоже загружается система буквально там секунд 5-10. Плюс я еще сделал, у меня 8 гигабайтов оперативки. Своп раздел на 2 гектара. Я его расширил, там специальная есть утилита, если кому будет интересно, пишите. Она расширяет, не просто расширяет раздел, а делает субфайл как в Windows. Расширяется он до, вот у меня до 12 гигабайт было в один раз. Вот по потребности. Когда занимает память, забита она. Да, уже очень там все. Фотографии обрабатываю, видео представляю. Тут на 98% забито, на 100 нельзя забивать. Там, кстати, в этой утилите с обыской можно регулировать. Подкачка забивается, компьютер начинает трахтеть. Вот. А когда с утилитой пользуюсь, с обыской, здесь расширяется раздел, или как называется, файл, да. У меня последний раз 12 гигабайтов было. И так как все это расположено на твердотельном жестком диске, все это тоже работает моментально. Может, чуть помедленнее, чем память, конечно, но все равно глюков никаких не заметно, ничего не трещит. Все. Вот. То, что я хотел сегодня показать. Всем поставим лайки, подписываемся, ну или дизлайки, если не понравилось. Пишите комментарии. Я про Linux могу много чего рассказывать, так как пользуюсь я им уже больше 10 лет. Что если возникают вопросы, особенно с Ubuntu версиями, то что остальные как-то я ставил, но они так не глянулись мне. К тому же это было еще в середине 2000-х. Тогда все еще было тоже еще такое. Такая цепучая, не особо стабильная. Вот, ну вот, все. Подписывайтесь, я подписался. Раз у меня обзоры, ну, точнее распаковки. И обзоры вещей, и там всякие путешествия в Мурманск, но решил такое видео. В чем бы и нет.